Как тебя зовут? Я Брюс. Брюс. Я Артур. Вы ошибаетесь? Нет, это невозможно. Ведь тебя усыновили, и я не спал с твоей матерью. Ничего подобного. Чего ты хочешь от меня? Денег? Нет, меня не усыновляли. Боже, она тебе не сказала. Что мне сказала? Твоя мать усыновила тебя, когда работала у нас. Это неправда. Зачем вы так говорите? Затем ее поместили в лечебницу Аркхем, когда ты был совсем маленький. Стойте. Зачем вы так? Я не хочу слушать вашу ложь. Я знаю, это кажется странным. Я не хотел вас обидеть. Я не знаю, почему все такие грубые. Почему вы грубый? Я ничего не хочу от вас. Может, чуточку теплоты или объятий, пап? Где долбанные правила приличия? Да что с вами со всеми? Несешь этот бред про мою мать? Мы это уже проходили, Пенни. Ты усыновила его. У нас есть все документы, вот они. Это неправда. Томас все подстроил, чтобы это оставалось тайной. Ты стояла и смотрела, как твой ухажер регулярно лупил твоего приемного сына и избивал тебя. Знаешь, что забавно? Что смешит меня? Я думал, что моя жизнь — это трагедия. Теперь я понимаю, это грёбаная комедия. Я ужасен? Почему это я ужасен? Поставили мое видео. Позвали меня на это шоу. Вы просто хотели посмеяться надо мной. Вы такой же, как остальные. Ты ничего обо мне не знаешь, приятель. Смотри, что произошло из-за тебя. Что ты натворил? На улицах беспорядки. Двое полицейских в критическом состоянии, а ты смеешься. Ты смеешься. Кого-то убили сегодня из-за того, что ты сделал. Я знаю. Хотите другую шутку, Мюррей? Нет, с нас хватит твоих шуток. Что ты получишь, прекрати, если смешаешь психически больного одиночку с обществом, которое игнорирует его и обращается с ним как с мусором? Вызови полицию, я Джим. Я скажу, вызови, что ты вызови полицию. Ты получишь то, что заслужил. То, что заслужил. Нет, постой, нет.